Здравствуйте. Расскажите, вы непосредственно участвовали ли сегодня в боях на дороге между Металлистом и Александровском? Какова ситуация сейчас на данной линии фронта и действительно ли захватили Александровск и Славяносерск? Александровск не захвачен. Александровск пытаемся держать всеми возможными силами. За Славяносерск туда вроде бы как отошли ополченцы из города Счастья, с города Трехизбинки. Пытаются держать. Город ни Александровка, ни Металлист, ни Славяносерск не захвачен. Работают по нам тяжелым орудием. Украинская нацгвардия работает в основном градами, минометами, гаубицами, танками. Близко в бой не вступают, пытаются выбить с километров 7-8. То есть на данный момент держимся. Но как будет дальше, естественно... Что сегодня было, собственно, утром? Очень много стрельбы было, взрывов. Местные жители луганские тоже переживают, что это? Было что, пытались нас выбить минометами, обстреляли хорошо. Данное место обстреляно, и как бы сейчас люди там держатся, подошло укрепление тоже с тяжелым орудием, и пытаемся удержать. Пехота, большинство отошло.